И всем привет, друзья! Наконец-таки могу вам представить новое видео на канале. Давненько их не было. Что за хуйня-то? Да, скорее всего, это кабели, из-за этого и на телек не пошло изображение. Я тут уже заискался всех этих проводов, блин. Поэтому другой кабель уже не буду искать. Да, блядь, пропадает изображение и все. Что ты будешь делать? Да что ты меня сегодня захотела убить, эта приставка? Вернее, этот кабель. Походу, придется таки его менять, блин. Сейчас, короче, попробую другой кабель. Ну, а с проводами нормально. У меня так ничего хорошего и не вышло. Подключал, и ничего в итоге лучше не сделал, чем было. Включаем вот так фонарик. Ложим сюда. Ой, блядь, вот это будет нелегко. Нет, так не получится. Ловненько. Так не получится. 3 days later. Так, сейчас еле-еле, блядь, подключил. Короче, сейчас аудио попробую воткнуть. Чик, чик. Получаем стерео джек на выходе. И сейчас этот стерео джек воткну. Надеюсь, воткну. Да, все правильно, все воткнул. Сейчас попробуем Dreamcast подключить. Главное, чтобы все заработало. Я специально не буду обрезать это, чтобы вот вы понимали, собственно, как вообще происходит вот эта вся съемка роликов. Сколько тут всего этого барахла. Я еще сториз в Instagram запускал. Кто успел посмотреть, то посмотрел. И подключаем геймпад. Так, подключаем геймпад. Просто замечательно, друзья, у нас все работает. Отличнейшая, просто картинка отличная. Единственное, небольшие такие рамочки по бокам. Сейчас вам поближе приближу. Надеюсь, эта приставка нормально читает диски. Давайте. Вот она пишет, вставьте игровой диск. Я и так, сука, в тебя вставил игровой диск твоего региона. Что ты от меня хочешь, скотина? Что этой сволочи нужно? Я, честно говоря, без понятия. Place wait, write disk, то есть чтение диска. Что у нас? Place insert game, сука, мать его, диск. Какого хрена, черт побери? Что тебе, скотина, нужно? Я и так вставил тебе лицензионный диск. Вот же, блядина, сука. Сейчас еще два диска есть. 3 weeks later. Еще есть вот два вот таких. Сейчас вообще что-то ничего не нажимает. Что ей, блядь, надо? Что надо ей этой приставке вообще? Блядь, она вообще, сука, зависла. Вот она, друзья, обратная сторона медали. Хотел вам как раз таки показать весь этот процесс съемок, и что он никогда не бывает без всяких вот этих казусов, и что на вот это все тратится огромная куча времени, превращается в какое-то, блядь, мракобесие. А потом еще все это монтировать. И вроде бы думаешь, что все ж хорошо, все так просто. И потом некоторые люди еще говорят, вот, зараза, у тебя какие-то все запинки, то ты там... Раз ты лицензию, сучка, не хочешь читать, что-то мне кажется, она и... Пиздец, блядь, приехали. Приехали, вот она проверочка-то. Одно не работает, третье не работает, четвертое, ёб вашу мать. Ах, сволочь, это не приставка. Где у меня второй Dreamcast? Сейчас буду вспоминать, искать всю комнату, блядь, перерою, но найду второй Dreamcast, мать его. Это будет нелегко. 2000 years later. Черт возьми, друзья, я так и нашел эту малышку. Я ездил в город Пышму, по-моему. Это километров за 100 от меня или чуть меньше. И купил вот этот вот нерабочий Dreamcast с нерабочим приводом. По-моему, это он. Картинка, как вы понимаете, приятная. Это вам не 480i, которую выдает PlayStation 2. Так. Ну, блядь, давай. С богом, собственно. Place wait, write disk, то есть чтение диска. Что у нас?
Place insert game, сука, мать его, диск. Какого хрена, черт побери? Что тебе, скотина, нужно? Я и так вставил тебе лицензионный диск. Так, это что, блядь, за стробоскоп такой, я не понял. Давайте попробую окно закрыть, это нам бесит, блядь. Я прям вижу на камеру, как оно отражает. Спасибо за просмотр. Вот такой вот необычный формат, в общем-то, этого ролика я выбрал, потому что показывать, собственно, было мало чего, но я решил вот вам показать, в общем-то, весь быт того, как снимается вот это все, все эти ролики, видео, ну, именно в формате вот в этом, и почему, собственно...